Привет, меня зовут Александр Рыбаков, и я перенимаю эстафету у Вовы Ломова. У нас будет еще очень много времени, чтобы узнать друг друга поближе, ну а пока приятно познакомиться и переходим к скринкасту. Про Eleven Labs на этом канале было рассказано многое. Но что поделать, если разработчики постоянно радуют нас обновлениями? Обязательно посмотрите на этом канале видео, посвященное генерации голоса. Очень интересно. Ну а сегодня поговорим о создании звуков для вашего видео, причем даже без использования промптов. Eleven Labs можно пользоваться абсолютно бесплатно. Платная версия только открывает вам новые дополнительные возможности, а в базе мы имеем преобразование текста в голос, по сути дикторская озвучка, и генерацию звуковых эффектов. Как раз они нас сегодня и интересуют. Обратите внимание, для бесплатных аккаунтов существуют свои ограничения, но если у вас единовременная задача, то вы эти ограничения даже не заметите. Итак, посмотрим, как Eleven Labs справится с первой задачей. Попросим сгенерировать звуки автомобилей. По запросу всегда выдается 4 варианта на выбор, которые вы можете потом сохранить. Давайте их послушаем. Ну, не знаю. Похоже. Давайте попробуем конкретизировать задачу. Обратите внимание, есть настройки, которые толком, конечно, не особо что-то меняют, но, по крайней мере, вы можете задать продолжительность полученного аудиофайла. Итак, звуки автомобилей в пробке. Смотрим, точнее, слушаем. Ну, последний вариант имеет право на существование. Лично для меня всегда сложно сформулировать сам запрос. Обратимся за помощью к чату GPT, пусть он напишет нам промпт. Посмотрим теперь, как справится Eleven Labs с промптом. Уже лучше? Этот вариант очень странный. Финальные довольно неплохи, но больше похоже просто на шум. Кстати, очень важный и интересный момент. Понимает ли Eleven Labs по-русски? Давайте проверим. Делаем промпт уже на русском языке, переходим в Eleven Labs, ждем. А так получилось даже лучше. По крайней мере, слышны сигналы автомобилей. Но интереснее всего новая возможность от Eleven Labs — генерировать звуки без промптов. Нейросеть сама изучит видео и предложит для него аудиооформление. Интересно? Конечно. Для этого нужно открыть сайт videotosoundeffects.com. Вот так он выглядит. Тут нет пока ничего лишнего, только возможность загрузить свое видео. Что ж, давайте продолжим тему пробок в больших городах. У меня есть заранее подготовленное видео. Просто загружаем, и все, даже кнопку никакую жать не нужно. Нам по-прежнему предлагают 4 варианта на выбор. Лично мне очень интересно, давайте послушаем. На мой взгляд, весьма гармонично и намного лучше, чем генерация по промпту. Круто. И давайте дадим задачу чуть посложнее. Поймет ли Eleven Labs, как озвучить вот это милое видео? В принципе, понял. И повторюсь, мне кажется, работает лучше, чем способы, которые описывались в начале этого видео.
Да, может быть, Eleven Labs и не идеален в своей работе, но он развивается, улучшается и обучается невероятными темпами. По крайней мере, уже сейчас можно сделать звук для своего видео, не нарушая ничьих авторских прав. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.